Съемочная группа программы «Счастливое утро» продолжает путешествовать по стране и знакомиться с победителями государственных лотерей. На этот раз мы отправились в Краснодарский край, где проживает победитель 216-го тиража жилищной лотереи Григор Цалакович Санасян. Он выиграл квартиру. Все внимание на экран. Здравствуйте! Вот он, наш победитель. Меня Илья зовут. Очень приятно. Давайте сейчас зайдем домой. Ну, как полагается армянский гостеприимство. С удовольствием. Пойдемте. Григор Цалакович, расскажите, пожалуйста, о себе. А чем занимаетесь? Я пенсионер. Три сына, два дочери. У них у каждого по две, по три детей. Так вы счастливый дедушка. Я счастливый дедушка, даже прадедушка. Как давно вы принимаете участие в государственных лотереях? Я с 95-го года. Уже 22 года вы принимаете участие в государственных лотереях? Постоянно. Я не только русский лото, не только жилищный. У меня любая лотерея по две штуки каждую неделю. А расскажите, как покупали билет, кстати? Билет покупал не в Евросети, а в Связном. В Связном? В Связном, да. Ну, потом приехал домой, думаю, воскресенье, надо посмотреть. И третий этап начался игры. Третий тур, да? Третий тур начался игры. И под самый конец, последний, он кричит, у меня одна осталась, 61 долга. А тот говорит, 61. 61. Шар номер 61. Стоп игра. Стоп игра. В третьем туре жилищная лотерея выиграла два билета. Они были приобретены в Краснодарском крае и Самарской области. Каждый из победителей становится обладателем новенькой квартиры. Я удивился, неужели это я? Неужели это мой билет? Зачеркнули? Зачеркнул, смотрю, полностью зачеркнуто. Приехала домой жена. Я ей рассказал, что я выиграл квартиру. Она пошла второй день туда, на рынок. И сосед рассказал, что мы выиграли квартиру. И представляешь, через неделю то, что я должен лотерею покупать, пошел туда, ларек, и ни одного билета нету. Все на расхват. Она все распространила, что... Ее муж выиграл. Весь рынок знал. Весь рынок и сейчас тоже. Купишь билеты? Говорю, конечно, куплю. Я показываю, с кармана достаю. Куча билетов, не один. Они, ну, тебе не жалко? Говорю, нет, не жалко, потому что одной рукой надо отдать, другой рукой надо взять. Я знаю, что вы квартиру решили не брать, а взять выигрыш в денежном эквиваленте. И на что деньги-то потратили? Ну, по разным причинам я в разных банках брал кредит. Ну и сразу как выигрыш деньги получить, все кредиты погас, оставшие деньги я вложил у сына туда. Арендовали кафе, мне постоянно везет. После этого, как эту квартиру выиграл, еще 10 тысяч выиграл. Что бы вы пожелали другим участникам государственных лотерей, которые тоже хотят выиграть квартиру или крупный денежный приз? Всем желаю удачи. Они тоже хотят обрадоваться. Машину выиграть, квартиру выиграть или... Коттедж выиграть, или загородный дом, или путевки. То, что у вас принято. У нас призов много, конечно. Да, конечно, я знаю. Кто не хочет стать миллионером, а? Или мультимиллионером? Григорий Салатович, я хочу пожелать вам и всей вашей огромной, дружной семье. Вы прадедушка, это невероятно. Как можно больше... замечательных, прекрасных и счастливых дней. Ну, конечно, продолжайте принимать участие в государственных лотереях, пусть удача вас никогда не покидает. Ну, а наше счастливое утро продолжает жилищная лотерея. Если вас что-то не устраивает в вашем жилище, у вас всегда есть два варианта. Либо переехать в новую квартиру, либо сделать небольшой ремонт и улучшить интерьер вашей нынешней квартиры. Так вот, жилищной лотереи вам доступны оба варианта. Ведь сегодня в 242-м тираже мы будем разыгрывать 5 квартир, 10 сертификатов на ремонт и огромное количество денежных призов. Но это еще не все. Сегодня по номеру своего билета вы можете выиграть в дополнительном розыгрыше жилищной лотереи 100 миллионов рублей. Поэтому будьте особенно внимательны в последних 8 турах. Итак, мы запускаем лототрон. 3, 2, 1. Пуск!
Призовой фонд 242-го тиража составляет 44 712 400 рублей. Гарантированный суперприз сегодня составляет 3 миллиона рублей. В первом туре мы разыграем 210 тысяч рублей. С подробными правилами жилищного дрея вы можете ознакомиться на нашем сайте stolato.ru и на ваших билетах. Итак, мы ждем первый шар первого тура. 50. Номер 50. 20. Шар номер 20. 58. Номер 58. 52. Шар номер 52. Внимание, следующий ход пятый. Это значит, что гарантированный суперприз, который составляет 3 миллиона рублей, может быть разыгран прямо сейчас. Мы ждем пятый шар. 72. Гарантированный суперприз жилищной лотереи сегодня не разыгран. Его призовой фонд переходит в следующий тираж. А мы продолжаем первый тур. 9. Номер 9. 42. Шар номер 42. 61. Номер 61. И стоп-игра! Стоп-игра! В первом туре выиграли 4 билета, приобретенные в Липецкой, Тульской, Ивановской областях, а также Санкт-Петербурге. Каждый из победителей выиграл 52 500 рублей. Поздравляем вас! Выигрыш – это новые возможности. Со второго тура мы начинаем разыгрывать 5 квартир. Запускаем лототрон. Номер 36. 37. Номер 37. 47. Шар номер 47. 5. Номер 5. 57. Номер 57. 3. Номер 3. Шар номер 8. 48. Номер 48. 29. 29. 35. Номер 35. 53. Шар номер 53. 88. Номер 88. 70. Шар номер 70. 45. Номер 45. 30. Шар номер 30. 44. Номер 44. 87. Номер 87. 76. 76. 12. Шар номер 12. 78. Номер 78. 23. Шар номер 23. 81. Номер 81. 34. Шар номер 34. 63. Номер 63. 28. Номер 28. 64. Шар номер 64. 33. Номер 33. 54. Номер 54. 62. Номер 62. 40. Шар номер 40.
84. Номер 84. Номер 73. И стоп игра! Стоп игра! Во втором туре выиграл один билет, приобретенный в Удмуртской республике. Вы выиграли квартиру! Мы вас поздравляем! Своя квартира – это возможность жить в своем стиле. В третьем туре мы продолжаем разыгрывать квартиры. Запускаем лототрон. Тридцать восемь. Номер 38. 10. Шар номер 10. 6. Номер 6. 49. Номер 49. 39. Шар номер 39. 89. Номер 89. 7. Номер 7. 19. Шар номер 19. 69. Номер 69. 59. Номер 59. 18. Следующий шар номер 18. 55. Номер 55. 66. Номер 66. 82. 82. 77. Шар номер 77. 41. Номер 41. 15. Шар номер 15. 65. Номер 65. 60. Номер 60. 51. Шар номер 51. 13. Номер 13. Один. Номер один. 43. Шар номер 43. 90. Номер 90. Стоп игра! Стоп игра! В третьем туре выиграли три билета, приобретенные в Иркутской области, Удмуртской республике, а также республике Башкортостан. Каждый из победителей выиграл квартиру! Поздравляем вас! Новая квартира – это шанс изменить жизнь к лучшему. В четвертом туре мы продолжаем разыгрывать квартиры. Запускаем лототрон. В розыгрыше последняя на сегодня квартира. Кому же она достанется? 17. Номер 17. 32. Шар номер 32. Стоп игра! Стоп игра! В четвертом туре выиграли два билета, приобретенные в республике Мариэл и Пермском крае. Стоимость оставшейся на сегодня квартиры делится между победителями. Таким образом, каждый из победителей выиграл 750 тысяч рублей. Мы поздравляем, и пусть эти деньги станут первым шагом для осуществления своей мечты, своей новой квартиры. С пятого тура мы начинаем разыгрывать сертификаты на ремонт. Запускаем лототрон. Тридцать один. Номер 31. Стоп игра. Стоп игра. В пятом туре выиграли 5 билетов. Три из них были приобретены в Москве. Один билет был приобретен в Кемеровской области и один в Удмуртской республике. Каждый из победителей выиграл сертификат на ремонт. Мы вас поздравляем. Раскрашивайте теперь свою жизнь яркими красками. В шестом туре мы продолжаем разыгрывать сертификаты на ремонт. Запускаем лототрон. Еще 5 сертификатов в розыгрыше. 68. Номер 68. Стоп игра. Стоп игра. И у нас есть 5 победителей шестого тура. Они приобрели свои билеты в Ростовской, Свердловской областях, Москве. И еще 2 билета тоже были приобретены в Свердловской области. Каждый из победителей выиграл сертификат на ремонт. Мы вас поздравляем. Ремонт – это
это такой полет для вашей фантазии. Успехов! Сегодня было разыграно 5 квартир и 10 сертификатов на ремонт. Переходим к розыгрышу оставшихся денежных призов сегодняшнего тиража. Размер выигрыша вы будете видеть на своих экранах. Запускаем лототрон. Одиннадцать. Номер 11. 4. Шар номер 4. 14. Номер 14. 26. Шар номер 26. 21. Номер 21. 56. Номер 56. 85. Шар номер 85. 16. Номер 16. 74. Номер 74. 22. Номер 22. Внимание! Со следующего тура мы начинаем дополнительный розыгрыш. Это значит, что со следующего тура мы начинаем формировать выигрышную комбинацию, состоящую из 8 цифр, которая поможет определить нам победителя дополнительного розыгрыша жилищной лотереи. Выигрышная комбинация формируется из последних цифр номеров, выпавших из лототрона шаров. И если номер вашего билета совпадет с этими заветными цифрами, то вы выиграете 100 миллионов рублей. Ждем следующий шар. Номер 79. Итак, внимание. Шар номер 79. Во-первых, не забудьте зачеркнуть этот номер в своих билетах. Во-вторых, все внимание на экран. Цифра 9 становится первой цифрой выигрышной комбинации. Ждем следующий шар. 75. Номер 75. Цифра 5 следующая. 67. Номер 67. Цифра 7 кого-то приближает к 100 миллионам рублей. 25. Номер 25. Цифра 5 следующая в выигрышной комбинации. 83. Шар номер 83. Цифра 3 следующая. 27. Номер 27. Цифра 7 – это еще один шаг к победе. 24. Номер 24. Цифра 4 следующая. 46. Шар номер 46. И цифра 6 становится последней цифрой в выигрышной комбинации. И стоп-игра! Стоп-игра! Это был последний ход 242-го тиража жилищной лотереи. Мы поздравляем всех победителей. А теперь, друзья, возьмите в руки свой билет. И очень внимательно проверьте номер своего билета. Быть может, именно вы только что стали супермиллионером! Выигрышный номер 9-5-7-5-3-7-4-6. Ну а нам с вами необходимо проверить, какие шары сегодня из лототрона не выпали. Итак, сегодня в лототроне осталось 4 шара. Это шар номер 2, 71, 80 и шар номер 86. Напомню вам, что эти номера зачеркивать в своих билетах не нужно. Проверьте, если ни одного из этих номеров в вашем билете нет, это значит, вы выиграли! 242-й тираж жилищной лотереи завершен. Сегодня выиграло 168 586 билетов, а всего было разыграно призов на общую сумму 33 412 398 рублей. Накопленный суперприз следующего тиража 12 миллионов 2 рубля. Ты знаешь, Вика, побывав в гостях у героя нашего репортажа в Краснодарском крае, я невольно стал задумываться о том, может быть, мне стоит переехать жить за город. Очень интересно. Видела бы ты, какой прекрасный у Григора Цалаковича сад. В принципе, а что я рассказываю? Давай посмотрим. Давай.
Илья, но ты и петух, это просто очаровательно. Мне кажется, это мое любимое видео теперь. И я понимаю, как продуктивно ты съездил в гости к нашему победителю и смог наконец прочувствовать, да, все прелести, да, этой, да, жизни, это за городом. И я, признаться честно, тебе завидую. Ты знаешь, завидовать мне не нужно. Нужно приобрести билет на следующий тираж жилищной лотереи и получить возможность выиграть загородный дом. И тогда, Вика, ты на своем собственном опыте сможешь проверить, хороший из тебя садовод или не очень. Друзья, в следующем 243-м тираже жилищной лотереи мы будем разыгрывать 7 загородных домов и 1000 денежных призов. Кроме того, по окончанию игры в лототроне останется всего 3 шара. Это значит, что выигрышей будет еще больше. И напоминаю, что в каждом тираже до 13 августа по номеру билета будут проходить дополнительные розыгрыши 100 миллионов рублей. Так что шанс стать мультимиллионером есть абсолютно у каждого, кто приобретет билеты на следующие 4 тиража жилищной лотереи. В дополнительных розыгрышах будут участвовать все билеты этих тиражей. Победитель будет определяться по номеру билета. Ну а нашу программу «Счастливое утро» продолжит лотерея 6 из 36.